Вечером 2 июля на улице Семашко едва не задавили 14-летнюю девушку на механическом самокате. Все случилось на въезде во двор, около дома номер 4. 60-летний водитель авто отделался легким испугом. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения, после осмотра врачом отпущен домой. Всего на прошедшей неделе было зафиксировано 181 административное правонарушение. Сотрудники госавтоинспекции задержали 3 пьяных водителей и 4 водителей без прав. 9 человек были оштрафованы за неправильную тонировку стекол. За неделю произошло 6 ДТП с материальным ущербом. Одно из них произошло 7 июля в 9:30 в гаражном кооперативе номер 1, блоке номер 4. Неизвестный водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нива», совершил наезд на препятствие – гараж. После ДТП участник скрылся. Один раз были нарушены правила перевозки людей. Дважды – правила переезда через железную дорогу. Кроме того, летом участились случаи ДТП с участием мототранспорта. В связи с этим обращаемся к водителям мототранспортных средств и автомобилей, чтобы были предельно внимательны за рулем. Водителям автомобилей следует регулярно смотреть на зеркала заднего вида и желательно, чтобы у вас было приоткрыто стекло, чтобы услышать, как приближается данное транспортное средство. А в конце июля сотрудники ГАИ проведут информационно-профилактическое мероприятие под названием «Лето – это маленькая жизнь». Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.